Так. Итак, вчера собрали. Наш квадрик, но сегодня надо разобрать по новой, потому что систему ФПВ надо, я уже забыл, как она у меня была подключена, и надо аккумулятор, который идет на передатчик и на нашу. Так, стоит все нормально. Все держит, да? Все на меня держит. Это хорошо. Но мне надо ФПВ поставить. ФПВ это хорошо. Так, и надо зарядить. Блин, разъем. Так, приходится по новой разбирать его. Ну, давай. Начнем разбирать его по новой. Кто говорит, что на Симе X8 эти колпачки не слетают, не верьте. Слетают еще как. Поэтому надо иметь комплект колпачков. Кто говорит, что защита винтов, она служит для защиты винтов, тоже не верьте. Очень тщательно надо подходить к установке защиты винтов, чтобы винты не соприкасались с этой защитой. Иначе он у вас в воздухе будет биться о защиту, отколется кусок винта и рухнет с высоты птичьего полета, а то еще и выше. Поэтому ко всему относитесь скептически. Как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше, конечно, учиться на чужих ошибках, нежели на своих. Это истина, даже не подлежит сомнению. Вот. Но, к сожалению, не всегда нам удается этого избежать. Как и в моем случае. Ни один винт потеряла я из-за защиты, так называемой, винтов. И не одиножды из-за этого у меня он рухнул. Самые неожиданные места. Снимаем ноги. Есть такая партия, где у меня
Разобрали мы его. Теперь нам нужен паяльник. Вот. Теперь нам нужен будет паяльник. Так. Еще нам нужен будет передатчик. Приемник. Передатчик. Необходимо будет нам проверить всю систему. Так, еще нам надо открутить здесь топ. И не только здесь. Поменять дополнительный аккумулятор не станет. Пытался во время через пульт, почему-то не идет сигнал, не поступает. Ой, ну ладно, мы этим потом займемся, теорию поправим. Так, это мы изъяли. Теперь нам надо передатчик подключить к источнику питания. Источник питания у нас вон там. Хороший тестер для проверки заряда аккумулятора. Так. Так. 7,8. Все может быть. 64% заряда аккумулятора. Так, где у нас зарядки? Где он тогда, пока он будет у нас подзаряжаться? Продумаем нашу схему. У нас по схеме это идет на камеру. Камера у нас это у нас камера. А камера у нас запитана. Камера запитана. Передатчик нет. Передатчик запитать. Видно. Проверяем. Белый плюс, синий минус. Не понял я. Тут что у нас? Что тоже разрежено. Давай проверим. Нет, 8,3, 95% заряда. Что у нас здесь тогда? Что, неужели, блин, сгорел? Вот это будет жопа. Передатчик у меня TS5828L. На 600 мВт мощности, мощный. Непонятно, почему не хочет. Сканировать. Так, еще раз. Устранили неисправность. Теперь надо...
проблема была в разъеме. Так, термоусадочка наша. Это вставлю. Сейчас проверим, как у нас она заработает. Хорошо. Есть такая партия. Заработала. Так, хорошо. Давай подготовим наши... Фирменный мой паяльник сегодня только придет. Вчера Мист Экспресс сообщил, что Вишел выехал из Львова, но сегодня будет в Весе. Его доставят в точку доставки. Берем один. Вот у нас минус. Так, есть. Пока есть. Пока нам... Ух ты, блин. Пока нам ничего не надо. Давай вставим сюда. Ну и чё? Ну, загорелся. Хорошо. Так, давай паяльник вот отключаем. Отключаем. Так. Это у нас... будет подключиться. Так, к источнику питания. Источник питания у нас будет 5 вольт. Источник питания, так, это у нас идет на вот сюда. На приеме.
сигнальный и масса. Хорошо. Так, что у нас тут? Еще не нагрелся. Сигнальная масса. А масса у нас еще должна пойти на массу передатчика. Зачем нам это? У нас уже есть масса передатчика. У нас должен быть плюс. Вот он. Правильно. Минус. Этот плюс и этот минус. Мы проверим. У нас красный, черный, красный. И что такое? Ну и что ты не хочешь? А, вон оно в чем дело. Туда не попадал. Все попало. Есть. Есть такая партия. Будем. Минус, чтобы лучше изолировать. Вот. Плюс. Так. Хорошо. Так. Так. Это у нас черное-красное. Черное-красное. Черное.
Это, блин. Черная, красная, да? Черная, красная. Где у нас? Включаем. Пол. О, работает. Вот. Работает. О, работает. Наша система ФПВ работает. Вот она. Видишь, у нее есть сигнал. Значит, мы ее вот так вот и будем монтировать. Только нам питание надо будет от бортовой сети. Так, хорошо, все, пока выключаем все. А где у нас тут +5? Ну, пока мы берем эти +5 вот здесь, да, у нас минус. Чтобы камера работала и не мешала работать другим, сколько надо. Встал. Я думаю, надо ему мешать. Thank you.
Ну что, наша сима собрана и готова к испытаниям. ФПС установлена, подвес установлен, пищалка стоит. Ну, сейчас его проверим. Проверим работу ФПС, вернее, как работает камера и подвес. Вставляю аккумулятор. Подключаем пищалку, чтобы все было. Отставить. Подключаем. Сейчас подключу аккумулятор. Так, бортовая сеть подключена. Сейчас подключим. Подключаем передатчик. Черный, красный. Красный, черный. Передатчик работает. То, что передатчик работает, светится. Экранчик передатчика. Подключаем подвес. Подключаем подвес. Неудобно подключать, держа на весу. Подвес встал. Что у нас там сработало? Подвес встал. Снимаем. А, блин. Не снял. Забыл с камеры. Вот. Снял объектив. Берем наш приемник. Включаем приемник, пока здесь черный экран, ничего нет. И включаем бортовую сеть. Появилась, чтобы было видно, появилась картинка. Вот она картинка, окно засвечивает. Так что все работает. Камера включается с подключением бортовой сети. Теперь осталось провести ходовые испытания. Общий вес конструкции ФПВ не превышает 250 грамм. Где-то порядка 240-230, наверное. Я точно не подсчитывал, ну где-то около 240 грамм. Так что осталось провести летные испытания. Я думаю, что все будет нормально. Ну что, полетели?